началась путина на Амуре. Вот рыбы уже торгуют первые. Куча машин, все забито. Вот она лодочная, лодки появились. Неожиданно и вдруг вчера пошла рыба первую ночь. Ну, сейчас поеду, посмотрю, на мысу там рыбачат или нет. Вот сегодня идеальная ночь была, без ветра для рыбалки, без всякой штормовой фигни. Вот какой мост. Ну а тут, вон, видите, уже закидывают. Вон, лодочка у него приторочена сзади, яхта уже на полном ходу. Не сколько под парусами, сколько под мотором. Короче, рыбалка понеслась, блин. Неожиданно и вдруг дошел косяк первый до Комсомольской, уже выше пошел. Вон какие катера выходят. Но это здесь тоже... Все, народ, ну еще как бы такой суеты нет, что-то там пусто вот. С тех затонов лодки что-то не особо. Ну, может, уже уехали, может, нифига, как всегда, не готовы, потому что неожиданно и вдруг все пошло. Но тем не менее. Тем не менее. Алчность человеческая, конечно, не знает границ. Ну, как бы. Вот сейчас приехал, посмотрел, икрянку продают по 1100. А самцов по 300 на берегу, то есть там, где привозят. Ну, конечно, цену она влупила. 1100 икрянка, это две икрянки. Может, литр получится, может, не получится икры. А икра сейчас была по 5000 рублей литр красная. Но, тем не менее, такие вот цены, с учетом того, что уже 65 рублей горючая. Сейчас гимс проснется. Кстати, вон, похоже, катер пошел. Я не гимсовский, рыбацкий. Амур вон пошел. Вон сверху идет еще. Ну, может, сегодня к вечеру или завтра с утра уже улов в стане будет продаваться. И рыбы будет выбор побольше. Тонь, вон там вот наверху основная. Километров 25 вверх, туда 30, за те вот сопки. Поэтому там вся рыбалка. Ну, лицензионная вроде как должна быть, ну, непонятно. С лицензиями не ясно вообще. О, какой катамаран, блин. Ну, не катамаран, я просто... Необычная морская лодка, то есть нос высокий, штормовой. На Амуре шторм хорошо, а так, конечно, она не особо. Сильно большое ветровое у нее сопротивление, ну и мотор здоровый. Нужен ей, чтобы этот ветер преодолевать. При том, что на вид ничего такого. Лодка и лодка. Вот такие новости, короче, с берега Самурского. Вон еще лодка идет сверху. Ну, не сильно груженная, что-то идет она так, налегке. Не особо. Ну, я, конечно, не пешком. Я тут занимался заменой тормозных колодок. После 1000 километров пришлось менять колодки. Купание запрещено. Звоните 01 сотовый 112. Смешно. Вода муть чуть-чуть осела, но все равно мутная, грязная. То есть вода по-прежнему. Не фонтан. Ну, чуть-чуть лучше уже. Оседает немножко муть. То есть муть с наводнений протекла. Уже камушки появились, а то была вообще грязная, то есть не просвечивала. Сейчас ближе к естественному цвету. Ну, еще, конечно, мутная, но вроде как подниматься прекратила. Такого всплеска больше нет. Основная грязь прошла. Это радует хотя бы.
Потому что когда рыба идет по грязной воде, она все-таки это, вкусовых своих качеств не добавляет полезности. Ну и с учетом того, что основная рыбалка, как говорится, вся рыбалка в течение года — это так, разминка. Основная рыбалка все-таки путина осенняя на Дальнем Востоке. Поэтому, ну, кто жил, сами знаете, кто здесь живет, что вот сейчас только все должно начаться. Там вот остров пока виден, еще не затопило его, это хорошо. А в прошлый год вообще пристать нигде не было. Ну вот там вот берег есть подтопленный, но он присутствует, короче. Поэтому нормально, в общем. Не экстремально, как в том году. Ладно, все, посмотрел. Можно ехать в город. Я-то уже вчера рыбы немножко взял. Ну, как бы, насколько позволяет кошелек, да. Компании нет, рыбачить надо в компании, а компания у нас не собралась. Поэтому рыбачим на золотой крючок, как это говорится. Ну, видимо, сегодня на миллион. Прям неожиданно и вдруг после вчерашней хмари опять как-то резко погода удивляет. Вон туда, вон сопки видно. Гору Чалбу даже видно отсюда.